Люберецкий округ продолжает подготовку к зимнему отопительному сезону. Ремонтные работы и на теплотрассах идут полным ходом. На обновление одного из участков побывали и мы. На улице Федянина в Красково раскопки ведутся сразу по обе стороны Егорьевского шоссе. Причина – замена двух труб теплопровода. Работы технически сложные, сроки сжатые. Демонтаж старого и прокладку нового участка специалисты должны завершить в период профилактического отключения горячей воды. В чем, скажем так, технологическая сложность? В том, что с одной стороны Егорьевского шоссе глубина залегания 3,5 метра, а в районе Федянина-1, это на той стороне Егорьевского шоссе, значит 6,5 метра. Поломок на этом участке в отопительный сезон допустить нельзя. Эта магистраль должна без перебоев снабжать теплом и горячей водой почти 1200 жильцов 8 близлежащих домов, а также один детский сад. Работа серьезная. Она не такая уж сложная, но она серьезная, она где-то затратная. Но в теплосети квалифицированы профессиональные люди, которые эту работу, я думаю, в ближайшие тут максимум 2 недели завершат. Закончить ремонтные работы и благоустроить территорию на этом участке планируют 3 августа. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.